Привет! Сегодня будем готовить с вами салат охотничий. Для салатика нам потребуется 3 картофелины, 200-300 грамм сырокопченой колбаски, 100 грамм твердого сыра, баночку горошка и где-то 3-4 маринованных огурчика. Также фиолетовый лук, соль, перец по вкусу и майонез. Все, давайте колбаску с соломкой. Вот примерно вот такими вот кусочками. Салатик получается очень сытный, вкусный. Так что мужчинам он очень нравится. Печеная колбаска, конечно, играет весь салатик, придает ему пикант. Колбаску мы порезали, теперь будем нарезать картофель. Картофель также мы нарезаем соломкой немножечко. Разваливается, но ничего. Так. Вот такими вот штучками. Такой салат хорошо готовить зимой, уже холодную осень, потому что он хорошо насыщает. Такой долго не варила, но почему-то разваливается. Все, картофель нарезан, мы его отправляем в салатницу. Так, все. Сюда же мы отправим горошек, баночку горошка. И будем нарезать сейчас огурчик. Так, и нарезаем теперь наш огурчик. Также соломкой. Единственный ингредиент — это сыр, я тру на терке. Он у меня твердый, я его тру на терке. Если помягче, что можно порезать кусочками. Порезали, отправляем в чашу. Все, теперь нам остается порезать только лучок. Так, ну что, нарезаем лучок. Сейчас я добавлю перчика по вкусу немножко. Все. И буду заправлять теперь майонезом. А, еще же не добавила сыр. И, конечно же, сыр. Добавляем сыр. У меня это чеддер. Вы смотрите, какой у вас там сыр подается. Сейчас перемешаем и заправим майонезом наш салатик. Немножечко еще посолю и буду заправлять майонез. У меня хлынулся. Это наш самый любимый майонез. Пользуемся только таким. Все, перемешиваем салат. Наш салатик готов. Что сказать? Без лишних слов, просто скажу, что рекомендую вам его приготовить. Это один из моих самых любимых салатов.
Я уверена, что он понравится вам, вашей семье, вашим друзьям. Так что приготовьте. Спасибо, что вы посмотрели мое видео. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новой встречи. Пока-пока.